Музыка в блеске фанфар. Впервые на сцене Самарской филармонии труба и корнадокачи. Это разновидность трубы, отдаленно похожая на охотничий рог, звучат вместе с органом. Таким мелодичным альянсом в областной столице открылся уже 7-й международный фестиваль органной музыки «Королевские аудиенции». Первый раз он состоялся в Самаре в 2002-м и с тех пор проходит один раз в 2 года с сентября по декабрь. Главным объединяющим принципом фестиваля является следование многовековым традициям органного искусства. В программе форума сочинения Баха, Вивальди, Брамса и других классиков.